Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы раскрасим серый Питер, подарим ему улыбки. Я в моменте. Доброе утро, я, если честно, никак не доберусь до камеры. Я уже там всех котят покормила. Попугая покормила, пришла своих кормить. Игорь уже запускает мотор, чтобы управляться. Я беру чашку, чтобы оборвать помидоры. Еще я несу огрызки свиньям и ведро от дробленки, которую вчера набирала для собаки. Так, Игорь уже... А, нет, Игорь еще в туалете, да? Вот. Так что... Дела. Я сейчас буду обрывать помидоры. Вот. Большой, но все-таки урожай уже помидоров начинает. А, да, красиво. Прикольненько. Ребят, смотрите, у меня миссия от родителей найти им квартиру в Казани. Они уже подъезжают к Казани. Через 2-3 часа они уже будут тут. Вот, я сейчас буду искать им двухкомнатную квартиру. И уже все-таки четверо. Вот, решили, что вот центр где-то здесь примерно. Вот тут будем смотреть. Потому что туда уже дальше, через реку. Или что тут, река? Волга, да? Вот, ну все. Короче, будем искать им квартирку. Сейчас отправим варианты. А то у них интернет плохо ловит. Вот, так что сейчас выберем. Мы включили, наконец-таки, сериал и будем завтракать. Уже 2,5 часа, как мы проснулись. Вот такой завтрак у нас сегодня. Вот, и Леся успела уже лизнуть паштет, сучка. Смотрим сериал, кушаем. Вот, всем приятного, я очень голодная. Мы заехали в комнату, в квартиру двухкомнатную. Сейчас будем купаться, отдохнем немножко. Мамка разбирает сумки. И пойдем смотреть город. Это зал. 2 дивана. Разборный такой. 8-й этаж. У нас 8-й этаж. Мамка уже вещи свои положила. Кресло, телевизор. Димка ищет розетку. Это спальня. Настя разбирает уже сумки. Работали, дела такие основные свои поделали. Сейчас прерываемся на уборку. Надо все убрать, покормить котят в обед. Пропылесосить хотим, что-то крошки сами же накрошили. Вот, и потом в магазин поедем. Мы вчера мясо не купили, сегодня поедем. Так что музычка и уборка. Сегодня такой обед вкусный, сладкий. Вот, кушаю. Булочку решила одну скушать. И Игорь сейчас будет пылесосить, мы все там убрали. Тут работа, а там... Кровать застелили, постель поменяли. Потому что у нас не супер свежая, мы эту постирали и вот сегодня застелили. Руками стираем, ребят. Машинка сломалась, жесть. Пришлось там все перестирать, там то, что было грязное. Что мама приехала, и не было там грязного белья. Вот, короче, кушаю. Всем приятно, кто тоже кушает. Классные вот эти булочки. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Клевые. Какая жара, ребят, даже выходить на улицу неохота вообще. Мы все убрались, все сделали, нам надо съесть в магаз. Вообще ехать неохота, жарко. Выходишь на улицу, мы сейчас ходили к нам. Я кота обработала опять, того, которого мы взяли, уличного. От блох, от клещей. Ушки ему там залила лекарства. В общем, пока там была, запарилась. Вот, так что сейчас едем в магаз. Собрались. Очень круто, с кондёром, очень круто. Вот, у нас есть новости от родителей, что они уже в Казани. Я все вам ставлю, покажу. Папа снимал квартиру, которую сняли, я тоже вам ставлю это видео. Вот, а так заглядывайте к Насте и Диме, они там сторис выкладывают. Если кому-то интересно посмотреть, то забегайте.
Ну и у папы тоже какие-то фоточки были, кстати. Вот, Леся пришла. Леся, ты чё? Леся. В общем, мы уже за Маском заехали, приехали в Раджи за хлебом, и тут решили вот по прогунчике взять котятам. Думаю, им будет интересно. Он, короче, пах. Короче, мячик пахнет. Сириус сидит и Мурзик. Ну что, наступает вечер. Время собирать, поливать огурцы, управляться. Игорь вот сейчас замачивает мяско нам на вечер. Будем жарить попозже, когда не будет такая жара. Горюшка выбирает тут специи. Любимые свои. Там он уже мяско, кастрюлька. Так, сырник орёт. Сырник, чё орёшь? Ну да, огурцы оборвали. Кормить свинюшек. А, тихо. Кошкин кот. Короче, тоже его подкармливаем. Огурцы, которые оборвали, немного. Помидоры бабушка взяла себе. Мы помидоры за... Вот себе отобрали огуречки чуть-чуть и помидоры. Там хватит. Остальные убрали в холодильник. Сейчас поливаю огурцы. Тут вот три больших грядки. Надо полить. Управились. Начинает жара спадать, и ты хотя бы можешь нормально себя чувствовать на улице, потому что выходишь, голова сразу вообще не соображает, жарко. Вот сейчас, короче, тут. Фу, жарко. Игорь уже мяско замочил. Ай, у меня венцо есть. Я вчера его не пила, вчера я вообще не ужинала. Не хотелось из-за жары. Сегодня, может, открою. Будет сейчас коврик мыть, а то уже кошки его весь уделали. Вот, сейчас будет мыть и шерсть, там всякие какашки. Сейчас Игорь его помоет. Хорошо, под напором. А огурки мы полили. Может, какое-то моющее средство вынести? Здесь готовка. Молоденькая картошечка сварилась, яички. Так, это выключила. Яйца сварились. Я сварила и просто так кушать. И на салатик. Может, на днях салатик сделаю. Картошку чуть даже переварила. Приготовила зелень. А, нарезала уже салат. Овощной. Вон он там. Потом покажу. Вот, все готово. Сейчас хочу наложить сразу собаки, потому что мы пойдем на улицу. Будем там жарить мяско и, следовательно, покормим собаку, пока там будем. Вот. Так что сейчас это все буду сливать. Уже жгет костер. Я оборвала клубничку с двух грядочек. Вот только вышла. Такая маленькая, душистая. Мы забыли, если честно, про маршмеллоу. Я вот про них сейчас вспомнила. У нас сегодня клубничные. Будем на огне сейчас жарить. О, обжигает. Все, вот так луна заходит за тучку. Блин, блики от фонаря. У нас первая партия готова. Игорь не стал плотно ложить. В принципе, поместилось бы, но он захотел так, чтобы прожарил со всех сторон. И еще чуть-чуть там будет. Дожариваем партию. Немножко осталось. Вкусно пахнет. Свисали такие, знаете, вот корешки, кусочки. Мы их уже все пообъедали. Вернее, я. Уже стемнело. Закат уже прошел. Вкусно пахнет. Пришли сюда к котяткам навестить их. Тут заодно вещи свои берем. Мне надо раствор для линз, зубную пасту. Ну вот. Леслика. Мурчит. Может,
что у нас готов ужин, мы будем здесь. Сейчас я на подносике буду кушать, сейчас все расставим. Мяско готово, салатик, у Игоря там рыбка, разные соусы принесла, батон. Я взяла себе бокал, у меня винишко, смотрите, какое красивое. Блин, камера вообще не передает его вот так вот, как-то еще более-менее. Короче, такой нежно-голубой цвет, красивое, называется Бланс. Вот. Это, в общем, белое. Белое вино. Сухое белое. Ни разу не пила белое вино. Я, по-моему, хочу вот попробовать. Мы уже покушали давным-давно. Отдыхаем. Сходили к реслику и к сырнику. А сейчас лежим с Игорем, смотрим солдаты. Я в телефончике зависаю. Вот. У нас уже время, скажу, 0:19. Вот. Скажу всем спокойной ночи. Будем валяться. Вот. Всем пока. Пока, Игорь. Пока, скажи всем пока. Пока. Сейчас потешу. Пока, ребят.